Я очень рад, впечатлен той организацией, которая проходит в эти дни. Кыргызстан также не остался на стороне. Совместно с программой USAID BGI, с большой поддержкой этой программы, на сегодняшний день мы находимся в Берлине. Кыргызстан, конечно, последние годы в этом отношении очень хорошо продвинулся по продвижению туристического бренда в мире. Ну и одним из таких площадок является эта выставка. Это хорошая возможность устанавливать прямые партнерские отношения и искать клиентов. Как всегда, привлекательным является разность, уникальность, особенность, самобытность. И поэтому у нас стоит юрта красивая. Спасибо BGI, USAID, которые помогли так красиво все оформить. Бүгүн биринчи күн бизде кыргыздын кымыз ичимдиги берилди. Биздин менин өзүмдүн зыяратчыларым абдан жакты. Алар абдан көңүлдүү болушуп, ичишип, аябай жакшы экен деп макташты. Анан биздин Кыргызстанга келүүгө бардыгы макулдугу экендигин айтышты.